Итак, друзья, если у вас совсем уже села батарейка, совсем, а надо срочно хотя бы созваниваться с людьми, или чтобы функция телефона продолжала существовать, ну, чтобы ваш смартфон просто не сел, а для этого есть функция ультраэкономии, ничего не надо делать, просто правую шторку открываем, тут никаких настроек, отключаем просто экономную, да, и вот рядом ультраэкономная, да, вот видите, ультраэкономия, экономный режим. Включаем его, после чего, друзья, смотрите, отрубается вообще все, ограниченности. Короче, даже Android все вырубится, друзья. У нас останется только звонилка, SMS, звонки и все. Вот видите, у нас есть контакты, можем позвонить, можем добавить какой-то контакт, можем переписываться и все. Ультраэкономный режим. В таком режиме, смотрите, зарядка, вот если мы отключим, нам хватит данного 20%, данных 20% хватит на 72 часа, друзья. На 72 часа хватит 20%. Я, конечно, прошу прощения, что камера не ловит 20%, но видно, да? 20%. 72 часа, то есть если у вас там 10 часов, 10% осталось на смартфоне, надо где-то там переночевать или вы там в палатках отдыхаете, включайте этот режим, и ваш телефон вполне себе продержится еще там примерно там, может быть, 30 часов, примерно 35 часов с 10%. То есть очень хороший режим. Ну а чтобы из него выйти, нажимаете в правый верхний угол, опаньки, и отключение ультраэкономного режима, и все, все работает теперь. Отлично, друзья, надеюсь, вам видео было полезно, пользуйтесь, сейчас он будет некоторое время выходить, надо подождать, о, уже вышел. Друзья, надеюсь, вам видео было полезно, Redmi Note 8 Pro, MIUI 12, всего доброго, всем пока.